Ну и что ты там спрятался? Все усы в паутине уже. Страшно тебе, боишься, да? Кто у нас курочку хотел утащить? Под кровать залез, сидит там. Худой. Ну, молодой котик. Такой худенький, видно, что ничейный. Беспризорник ты, Васька, или чей-то? Ешь, давай сливки, ешь. Голоднющий. Сметана. Она больше нравится. Друзья, всем огромный привет! Вот такие у нас сегодня незваные гости. Но кто постоянно следит за нашим каналом, наверняка узнали этого кота. Мы с ним уже знакомы все лето, и несколько раз мы с ним уже встречались. И вот он нам наконец-то попался. Но о нем мы поговорим немножко позднее, уже ближе к вечеру. Сегодня у нас запланировано очень много работы в огороде. Хотим прибрать все овощи, оставшиеся, кроме капусты. Капуста останется у нас до холодов. Сегодня надо убрать морковку, свеклу, кабачки, баклажаны, перцы, там, в общем, все, что осталось, все подчистить. Работы очень много, мы уже должны были работать, но из-за кота у нас планы немножко сдвинулись. Он сейчас залез за печку, спрятался, точно так же, как и Муренка, когда мы ее только привели. Оставили ему там курицы, сметаны, так что я думаю, до вечера он еще выйдет, поест, привыкнет немножко. И вечером мы вам его уже покажем, с ним посидим, поговорим и расскажем всю историю.
заглодал, омек. Тут вон перец такой хороший, большой, а тоже загрызенный. Ой. Дыра какая. Так, помяк, вот он помидоры тоже загрызал, наверное, один и тот. Так, да, наверное. Такие хорошенькие, молоденькие баклажаны. О, какой большой вырос. Больше всех. О, плохо отрезается. О, какой большой. Может, что еще?
землю, они падать будут. На. Ходит. Они же круглые, они скользят. Мне вот все равно придется второй раз приехать. Я вообще не знаю, где конец, а где начало этих цветей. Такой красивый. Вот это, Катя, еще вот это. Вон, вот. Угу. Ну, то есть все это крупное-то. Последний жилок остается.
И закончим с огородом. Арбузы только останутся, но будет арбузы еще убрать, да? Одному в день. И все. Мелкая она наоборот сочнее. Ну да. Чем крупная вот, она наоборот мелкая. Она в росте мелкая-то, да? В росте она растет. Сочнее. Вот старым надо есть вот такую молодую морковку, вот помолодею. Среднюю вот такую вот хорошо. Да. Я вот не люблю крупную морковку. Ну и мелкая, конечно, плохо, но. Не, мелкую, вот, крупную-то это. На терке, если на суп куда-то что-то поджарить, то все. Но в ней меньше витаминов. Это хитрюга сюда а идет. А вот на мелкое много. Дядь Витя мне тоже вот такой мелкое принес морковки. Так... Кто? Катя, а вон... Коза? А, она там что-то, там она сор ест. Ну, она. Эти там ходят, а это сюда. Она. Она хитрее да. всех. Она в течке три, и ее это Катя обижает. Да никто ее не обижает. Вон эти вон лупят, только там забирают что-то. Ладно, слазь ее на столбик, фонарик надо снять. Не лазь. Да нет, слазь надо. Ты куда? Ты это... Пойдешь и ты чего что? Потом, а кто я будет потом здесь ходить все охранять? А здесь потом как без тебя? Ну, жить-то будем. Без меня тут народу хватает, он один наркаша чего стоит. Так он на улице. Жека трезвый не лазит на столбы просто. Да. Если выпил, значит можно на столб залить. Да, легко. Если... А трезвый он упадет. Я могу упасть трезвый. Его бы уж не было, если бы вот он не пил. Ноги начинают трястись и боюсь я лезть. А когда пьяный, значит, это, ветер в поле. Чувство страха отсутствует, да? Да. Ничего не боюсь. Нам главное, чтобы проводчик горел свет. А там провод обгорел, надо снять фонарь. По новой пробовать зацепить и опять его поднять, зацепить. Давай, и ладно, завтра протрезвишься и зацепишь. Да, конечно, завтра и будет гореть. Ну, мелковато есть морковка, но и крупной много. Наберется, хватит. Да. Паренки сделаем? Да. Из мелкой. Надо паренок побольше сделать и насушить их, а зимой заваривать чай морковный. Вот это будет хорошо. Вот и стопите печку. Мы заранее я наготовлю морковки на паренки. Сделаем. Поставим. Печку поставите, а потом на паренки сделаем. Да, надо что-нибудь постряпать.
еще одну штучку. Вот надо шаник из русской печи. Вот, а, да. Тогда мы стряпали. Сейчас свежая картошка заканала. Это вкусная. Пасху-то. Угу. Как-то. Не, даже не сухие, не сушеные, а такие люблю. Еще у нее был брат Сергей. Так вот он разбился на машине. А, да. Они сейчас вообще не покупают. Не говоря уже о хлебе, я пошла. Наконец-то мы докапываем морковку, солнышко уже садится, нам остается ее перебрать, разложить по сеткам и на сегодня закончили. И еще вывести ботву козам. Последний рядок. Тут такая крупная морковка. С краю. С краю, да. Потому что здесь ниже, и когда дождики или что, влаги больше внизу. Она... Мне кажется, мы тут еще рвали, проредили ее, так да. Она здесь и крупнее выросла. Все, да. Последние две морковины. Вот такая морковка у нас выросла, называется «Дружная семейка». Вся между собой переплелась. По целому грузовику, когда ГАЗ-51 были машины. После покоса, вот когда зерно убирают, денег давали 400 рублей и целую машину зерна. Очень много там было. И каждый день он приезжал на обед, целый бункер высыпал во двор. И успели. Вот и правильно Женя это говорит. Ну, да, тоже верно. И вот, и потихоньку тебя, и потихоньку. А я домашнюю эту работу и в дождик могу делать. Нет, а у меня потом душа болеть будет, что либо я не буду. Либо в грязи копаться, либо вот так вот ходи вот по огороду. Под вечер у нас появилась незапланированная работа. Яблоня нам насыпала целый ковер яблок, которые нам сейчас нужно собирать. Если их сейчас не собрать, то к утру большинство уже испортится. А если соберем, то завтра из них можно будет сварить компоты. Угу. Или пюре. Но аромат здесь стоит. Вот этих вот яблок, уже спелых, вкусных, сочных яблок.
Вот такие вот наливные яблочки. Аромат, кстати, стоит не только здесь, а вот там вот по улице идешь. По дороге проходишь, да. Вот столько яблок насыпалось. И это мы будем собирать уже не в первый раз. Она нам регулярно подсыпает яблочек. Все уже, поспели. Пора их собирать. Но на верхушках еще много. Тоже они сейчас в ближайшие дни уже осыплются. Еще вот там вот, и вот там яблони, и там вот. Буквально пару недель назад вот мы их пробовали. Твердые еще были. И с кислинкой. А сейчас вообще сладкие, сахар. Очень вкусные стали. Вот они буквально за последние дни дошли. Я вот пробовал их уже. То, что осыпалось, мы порченые яблоки также варим поросятам в кашу. То, что остается, уже такие вот только-только начали. Которые и в еду не возьмешь, и выбрасывать жалко. Не идут поросятам. Но то, что хорошее, себе прибираем, едим, компоты варим. В общем, все идет в дело. Какое яблоко большое. Уже почти полная корзина, а яблок еще почти не убавилось. Тут небольшой островочек собрали. Наверное, получится таких 3 корзины. С горкой. Все, я сейчас в коробку перевалю. Угу. Ты пока плохие собирай. Васька, уже не боишься? О, кусаешься уже. Уже немножко привык. Да. Ой, какой
Красивый. Красивый. Вот такие лапки. Сегодня пожарю баклажанчики, которые сняли. Сейчас их нарезала, посолила. Минут 15-20 нужно подождать, если горечь есть, чтобы она ушла. Так вот, хорошо их в соли обмакнуть. И пусть полежат.
не стесняйся. Сегодня мы едим деликатесы с нашего огорода. Все свежее, все вкусное. А еще учитывая, что это готовила Катя, то это в два раза вкуснее. И как вы заметили, сегодня у нас на столе нет мяса, что бывает крайне редко. Сегодня заместо мяса у нас вкуснейшие баклажаны. Давайте их попробуем. Выглядит очень аппетитно. А давайте сразу две штучки. И очень вкусно, я уже пробовала. Мне всегда баклажаны казались чем-то экзотическим таким. Очень вкусно. Вот если вкусно приготовить овощи, то и мяса не надо для разнообразия. Сейчас убрали весь огород, и это просто как гора с плеч. Потому что до этого все думаешь, если погода испортится, пойдут дожди, будешь в грязь все это убирать. Ну и вообще, что просто огород стоит. Сегодня мы наконец-то закончили, все убрали. Остается у нас там только капуста. Ее уже там ближе к холодам. И сразу же будем квасить, заготавливать ее. Ну так мы регулярно сходим, там по вилочку возьмем, что-то приготовить. Так. Это уже потом основная уборка капусты уже будет ближе к холодам. Там уже столько забот спадает с огородом. Угу. Поливаться не нужно, ничего обрабатывать ходить не нужно. Но оно все равно к осени уже все стихает, угу. Там уже все меньше и меньше поливаешь, потом уже под конец вообще ничего не поливаешь. Все там это убираются, все шланги. Все. И вот, и потом эта уборка последняя. Все убираешь, уже все вокруг красивое. Золотом горит. Вот. Осень. И пожинаешь свои плоды. Ешь свежие овощи. Надо и успевать, как бы вот пока все свежее. Есть. Морковки в этом году очень много насадили. Ну ничего, съестся потихонечку. Так что надо смотреть рецепты из морковки. Морковку по-корейски. Салаты разные. Мухи нас в этом году уже просто одолели. Убиваешь одну, появляются две. Сейчас вот как раз такое время, осень, когда они все летят в дом. Лезут во все помещения. И у старых домов есть такая проблема, что мухи залазят через щели. И дома вот прячутся у нас, например, под плинтусами их много. И они постоянно вылазят. И это будет продолжаться до тех пор, пока не придут холода. Я вот уже только поэтому жду холода. Мы всех мух сейчас вот попереубивали, все вычистили, выбросили их в печку. Все, опять вылезли. 5 минут и все. Снова стоит дома голод. Если прислушаться, то слышно, как они летают. Ленты эти постоянно клеим, они на ленты клеятся, мы их только менять успеваем. Мухи не кончаются, у нас в амбаре их там вообще, они кучкуются, собираются в такие кучи. Рой, как будто бы рой. И их оттуда и так вот прям по всему потолку. С мухами здесь вообще отдельная история. Так, и сейчас давайте наконец-то уже поговорим про этого нашего пассажира, гостя,
серого. Он уже задремал. Но начну я не с него, начну я с нашей кошки, с Муренки, которая пришла к нам, получается, в начале зимы прошлой. Это было начало декабря. И жила она у нас ровно полгода. Кто следит за нашим каналом, те эту кошку знают, у нас до сих пор про нее спрашивают. Она нам тогда свалилась, как снег на голову. И вот, ну, поселилась у нас и жила. И вот, получается, в апреле у нас ее не стало. То есть она просто как сквозь землю провалилась. Как пришла, так и ушла. Так и ушла, незаметно. Она у нас как раз была беременная, должна была катиться. То есть мы вообще даже сначала значения не придали первые дни. То есть, ну, ушла и ушла, нет ее. Значит, где-то окатилась там или окатится и придет с котятами уже. То есть мы ее ходили, потом искали, косыкали, но в итоге нигде ее нет. И так вот о ней ничего не известно. То есть у нас до сих пор спрашивают про нее. Наверное, под каждым роликом до сих пор есть хотя бы один комментарий про Муренку. То есть все ее помнят, такая красивая кошка была. Она, кстати, была очень похожа вот на этого Василия, как мы его назвали. Вот, и... Ну, мы еще несколько месяцев ждали, что она, возможно, придет с котятами, там как-то еще это получится, кто-то нам ее вернет, там может. Но она так и не появилась, то есть приходит уже зима, и мы с Катей начали искать кошку. То есть смотрели объявления, искали кошку. Я хотел молодую, уже взрослую, не котенка, вот примерно такого возраста, как Муренка была, молодая кошечка. Кота я не хотел, Катя искала, смотрела, и мы нашли одну кошку, очень похожую на Муренку. Прям очень похожая. Можно сказать, один в один. Ну, такая порода, они, в принципе, все друг на друга походят. Мы позвонили, но, к сожалению, кошку уже вот отдали. Все, остальное смотрели, там были либо молодые коты, а котов я не хочу, я сразу же Кате сказал, потому что коты, они гулящие, везде ходят, кастрировать их тоже, я не знаю, не вижу смысла. То есть, все равно это кот, и, в общем... Сказал, что надо кошку, они более домашние. В итоге мы пока вот ничего не нашли, в основном все это котята маленькие. И в итоге мы поймали вот этого серого разбойника, кота. Кто следит за нашим каналом, вы его уже видели. Я его несколько раз снимал на камеру. Он у нас, получается, я помню точно, был кадр вот здесь вот возле копны сена. Я его снимал, как он там мышковал. Я, получается, снимал здесь вот из окошечка. Потом, там, я вот не потом помню. Потом на поле был, когда сено ставили. Но я не помню, я вот его видел-то много раз, а снимал, когда я не помню. Но то есть все равно были какие-то вставки. Вот вы помните этого кота или кошку там, да, я не помню, кого я говорил, потому что я сам не знал, кто это. Вот с белым таким воротничком. Он к нам в итоге захаживал, он заходил к нам в амбар, когда он был открыт, там, например, мясо размораживалось. Также у нас в первом доме есть летняя кухня, там мы всякие продукты у нас там лежат, бывает что-нибудь там, мясо, курицу положишь размораживаться, рыбу, отвернешься ненадолго, там прилетают либо сороки с воронами, либо вот этот пассажир. Он тут у нас не так давно курочку подмял, в зубах уже была у него, ну не живую, а в смысле уже это разделанное мясо. И в итоге он нам попался. Он сейчас лежит, смотрит. Он такой очень, ну, так скажем, пугливый, потому что кот, скорее всего, этот дикий. Это не чей-то кот. Но, возможно, это и чей-то кот. То есть, но он такой ведет себя как бы... Ну, зашуганный. Зашуганный и, такой, и диковатый. Как будто бы он дома был. Он даже боится подходить поесть. К тому же он еще и худой. То есть, мы его пощупали, у него одни кости. Так что, скорее всего, это такой вот кот, который где-то бродит. Не исключено, что это вообще Муренкин родственник. Возможно, где-то кошка окатилась. Возможно, где-то кошка окатилась, и вот у нее котята потом выросли, она там, может, где-то в подвале. Выводок их целый был. Но по возрасту он примерно как Муренка. Ну да, он молоденький, у него лапки такие маленькие еще. Больших-то котов, взрослых, они уже такие большие. Ну, посмотрели, у него вши есть немного. То есть он не это, блохи, но бегают у него. Но, тем не менее, как бы...
такой котик более-менее ухоженный, то есть он там. Мне нравится. Хочет побежать. Он у нас сегодня в течение дня прятался за печку, в подвале, в подполе залазил, под кровать. Мы его доставали, несколько раз пытались покормить. Ну, он вот сметану хорошо ест и молоко. Мы ему нальем молочка, его подтолкнем, он полакает, и он смотрит. То есть, не прилетит ли ему, да, сейчас. У каждого шороха, каждого звука громкого бриться. Ну, потому что тоже и знает, что он и воровал здесь у нас, может прилететь по шапке. А Муленка, так как-то она более такая спокойная была, она сразу же пришла, по дому прошлась, понюхала и все. Везде я за печку сходила, сразу же туда, в туалет, посмотрела, в подвал сходила, посмотрела. Ну, пойди, пойди. А этот такой, он зашел, у него глаза по 5 рублей, точнее, мы его занесли сюда, все, он посмотрел. Сразу же забился в угол, все осмотрел тут. Ну, такой, то есть, ну, возможно, это и чей-то кот, кто-то его сейчас увидит, узнает, приходите, забирайте. Он у нас сидит, попался, пассажир. Вот. А так он в течение лета у нас тут бегал, я его периодически видел. Еще здесь есть один кот, тоже вот на него похожий по раскрасу. Мы его видели пару раз буквально, тот вообще скрытный очень. Муренкин кавалер, то есть его многие по такому определению знают. Была весна, и он вот себя показал. То есть мы его даже на видео поснимали. Они с Муренкой там гуляли друг к другу. Песенки пели. Мурлыкали. Вот тогда вот он нам показался больше, мы его и... Ну там еще пару раз где-то видели. А этот... так выходил, да. Тот... У того морда такая большая. Да, и у него белая на мордочке. У этого нету. И у этого воротничок белый. Так что посмотрим, как он себя будет вести, будет ли пакостить, гадить, мышей как бы отловить. Но я говорю, что я кота не хотел, Кате он понравился. Посмотрим. Ну, если, в принципе, будет себя как бы нормально вести, так скажем, оправдает свой кредит доверия, то мы его, может, и оставим. Потому что как бы уж пришел, попался.